Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Взрослое детство, ведущий Дрон. Сегодня ролик будет такого плана. Так как возникли в последнее время у всех проблемы со входом в вот консоль, постараюсь помочь в данной проблеме. Возможно, уже все и нормализовалось, слава богу, но на всякий случай, на будущее, я вам посоветую сделать некие операции, которые помогли мне в данном случае, да, мне были проблемки, и может помогут и вам. Смотрите, у многих в последнее время не получается войти в игру, то есть пишет ошибку. Значит, какие можно сделать манипуляции? Значит, первое, выключить роутер с розетки полностью минут на 5. Пускай он остынет, перезагрузится, там у некоторых роутеров собирается, там, короче, кэш обнуляется, ну, там все эти нюансы. Короче, выключить роутер, это раз. Если вы стримите с консоли PlayStation, зайдите в настройки, там, где есть сеть, и там есть подключиться к сети, отключиться. Отключите, включите подключение к сети. Если у вас консоль подключена с шнуром, LAN-кабелем, так сказать, да, попробуйте поменять тип подключения, переподключитесь по Wi-Fi соединению. Вот, попробуйте поменять потом назад. Опять с Wi-Fi, если у вас на Wi-Fi, переключитесь на шнур. Попробуйте поменять DNS, прописать другой, там есть ручные настройки, и там можно из этот основной DNS, по-моему, там вспомогательный DNS можно прописать. Поменяйте вот этот вот DNS, пропишите другой. Также почистить кэш консоли. Как это все сделать, вы легко найдете в YouTube, короче, можете там загуглить, и, короче, все там будет, как это сделать. Как вариант, еще тоже я нашел такую информацию, и опять же, я тоже пользовался не это, просто раздать со смартфона интернет и подрубить плойку через него, попробовать зайти, вот, и потом опять подключиться от вашей домашней сети. У меня какие были проблемы? У меня не заходило в игру. Когда начинал, ты заходишь в настройки PlayStation и ты включаешь там проверить сеть соединения, то есть оно пишет, что консоль подключена, все там нормально, но входа в PSN нет. Вот когда входа нет в PSN, в игру, естественно, меня тоже не пускало. Вот, и это все дело порешалось перезагрузкой роутера. И у меня там еще есть дополнительный блок, ну, так сказать, да, модем, я не знаю, как он называется, там непонятно, короче. Его тоже перезагрузил, вот. И у меня потом все вроде бы законнектилось, вошло. Это раз. Еще раз у меня была такая ситуация, я запустил стрим, вот, прошло, наверное, минут 20 игры, и у меня выскакивает сообщение. Вот консоль будет закрыта в течение 15 минут, так как не удалось проверить лицензию игры. Я прямо на стриме попытался зайти в настройки. Я думаю, если зайду в настройки, если при проверках стрим упадет, в любом случае он бы упал через 15 минут. Да? Я зашел, короче, смотрю в настройках проверить соединение, состояние сети. А мне пишет там типа все нормально, но входа в PSN нет. Я давай, короче, там есть там два пункта проверить состояние и узнать скорость передачи данных. Я зашел сразу проверить состояние, оно там выбило мне ошибку, потом скорость подключения. Вот, и когда-то эта вся проверка шла, оно у меня потом опять переконнектилось, то есть вход в PSN выполнен был. То есть какие-то походу сбои либо на провайдере были, либо, короче, я не знаю, там звезды, блин, не стали в нужном порядке. Вот. И после этого я продолжил играть, в принципе, проблем не было. Вот. Опять же, подведем итоги. Если у вас есть проблемки, это что нужно? Перезапустить роутер, выключить его, да, хотя бы минут на 5. И с полностью питание убрать с розетки. Почистить кэш консоли. Поменять тип соединения на консоли, если она у вас подключена кабелем на Wi-Fi, если Wi-Fi на кабель.
попробовать раздать интернет с мобильного устройства, почистить кэш и побаловаться с DNS, да, сервером или адресом, короче, там в настройках. Вот. Вот такие вот как бы нюансы. Вот мне помогло перезагрузка роутера. Перезагрузка роутера, и я переключался, да, я делал, короче, отключить консоль в настройках от интернета, включил, создал после перезагрузки роутера, я полностью удалил свои в настройках консоли тип соединения, который там был, удалил и создал новый тип подключения. Вот, создал через, у меня подключена консоль через LAN-кабель, вот, создал новую, и, в принципе, все работало. Когда еще такой бывает нюанс, вот у меня, кстати, вот в этот период, как раз перед вот этим сообщением, что типа не удалось проверить лицензию, у меня не заходило в игру, ну вот так заходишь, вроде начинает загружаться, проверка сервера, опять выкидывают на начальный экран, опять заходишь, проверка сервера, сервер от этого вот, короче, так вот оно канителило, потом, короче, у меня стояло просто автовыбор сервера, да, вернее, не автовыбор, а сервер на Европе стоял. Я потом поставил просто автовыбор, и игра начинает проверять, какой сервер менее загружен на тот, и потом тебя пускает. Вот это еще тоже нюанс такой, в самой игре-то поставить галочку, попробуйте поставить автовыбор сервера. Вот, ребят, ну как-то на этом все. По крайней мере, больше никаких способов не слышал, не находил. Многим это вот именно помогает, вот это, что было перечислено. Всем огромное спасибо за просмотр, всем удачных каток. Ребят, крепкого здоровья, не болейте, берегите себя, своих близких и родственников. И, естественно, всем мирного неба над головой. И с наступающими майскими праздниками, ребят. Всем добра, до связи.